дозвольте, представлю Любов Качаліна, лікарка-інфекціоністка в нашій ранковій студії. Доброго дякую утра. Вам. Знаю, що часу небагато, пацієнтів теж у вас немало. Отож, будемо говорити про грип. Чи дійсно епідемічний порог перебільшений вже, чи ні? Яка ситуація в місті? Доброе утро. Значить, хочу сказати, що ситуація по грипу дуже серйозна. Якщо в 2018 году заболіваємость на корь всього у нас було 538 случаев, 385 – это были детки, то подъем заболеваемости, все правильно вы сказали, вспышка уже наблюдается с января, января месяца. В частности, с третьей недели, вот с 14 по 18 января, зарегистрировано 5038 человек, это взрослые дети. Следующая неделя с 21 по 25 зарегистрировано 5738 взрослых, из них 3619 детей, это дети до 16 лет. Угу. То есть порог уже превышен, в частности по городу это 5%, минус 5%, и по области 4%. То есть массовое заболевание идет гриппа, да. Значит, поэтому меры профилактики очень важны. Очень важны. Это и специфическая профилактика, и неспецифическая профилактика. Ну, вот что вы маете на увазе? Давайте про значит, специфическая профилактика, это, конечно же, вакцинация. Это должен каждый решить сам вопрос. Это с родителями. Ребенок должен поступать обязательно семейному врачу и решать с врачом, нужна ли вакцинация данного ребенка. Вот. Она защищает, в общем-то, на почти на 100% от этого заболевания. Конечно же, должны быть привиты дети, которые с хроническими заболеваниями, хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, почек, сахарный диабет, дети, которые получают аспирин при ревматоидном артрите, иммунодефицитное состояние, ВИЧ-инфицированные дети. Они, вот именно дети в закрытых коллективах обязательно должны быть привиты, иначе они заболеют 100%. А это группа риска, которые могут дать летальный исход. Вот. А остальные уже обязательно с врачом нужно советоваться. Конечно, желательно было прививаться еще осенью, за месяц, за полтора. Ну, да, сразу же такие экстренные щепления. Да, сейчас уже, когда уже идет экстренное заболевание, да, экстренная ситуация. Ну и не специфическая профилактика, это, конечно же, химиотерапия. Вы знаете, что любой противовирусный препарат, он может применяться и профилактически. Угу. Поэтому с доктором семейным, пожалуйста, посоветуйтесь, как вам, в какой дозе профилактически принять этот препарат, и какой лучше для вашего ребенка. И, конечно же, гигиена. Это очень важно. То есть сейчас избегать массовые мероприятия, какие-то концерты, какие-то собрания, там, где большая скученность, конечно, нежелательно. Общественным транспортом тоже не очень желательно пользоваться, потому что многие больные едут в транспорте, естественно, заражение – это воздушно-капельная инфекция, и вирус попадает на слизистую носоглотки, глаз, и идет заражение, буквально инкубационный период от нескольких часов до 2-3 суток. Вот, поэтому в этом случае надо быть очень осторожным. Идет ребенок в школу, пришел в школу, обязательно надо ручки помыть, умыться, объяснять ребенку, что грязными руками нельзя касаться и глаз, и рта, и носа, обязательно мыть руки. Пришел, идет в школу, значит, обязательно можно ребенку оксалиновая мазь, вифероновая мазь. Это оксалиновая мазь мы мажем под носиком. Да, я еще с детства помню, оно працюет, помогает. И так оно остались, все схемы, они так и остались, и это нужно применять, и гигиена. Масочный режим, если вы уже попали в транспорт, значит, оденьте маску, ничего страшного в этом нет, но помните, что она одноразовая, потому что если вы будете несколько раз ее пользоваться, она становится источником инфекции. Поэтому, пожалуйста, да, но это тоже на 100% не защищает. Поэтому правильный образ жизни, рациональное питание, обязательно белковые препараты, белковую пищу обязательно, соотношение белков, жиров, углеводов, пищи, витаминизированная пища. Вот это все приводит к нормальной, скажем, на свежем воздухе пребывания, проветривание помещения. Если больной заболел, значит, обязательно его нужно оставить дома. А какие симптомы хвороби? Потому что иногда мы чекаем до останнего, температура уже зашкалює за 39, и потом мы бьем на спалах. Коли вот при первых симптомах варто звертатися значит, до лікарів? Значит, гриппу ни с чем не спутаете. То, что сейчас, да, и потому что даже сейчас вот какой-то сейчас недостаточно тестов, это, в общем-то, не решает главной роли. Клиника тут особая. Значит, я уже сказала, инкубационный период, остро возникает заболевание, причем высокая температура.
Сразу же высокая, тут в зависимости от степени тяжести, но чаще всего, если легкое течение, 38,5, если тяжелое течение, это 39-40 температура. Больной не сможет идти, потому что слабость очень сильная будет, недомогание, очень идет токсикоз у больного. Вот, возникает кашель, чаще поражаются верхние дыхательные пути, то есть боль в горле и боль за грудиной очень часто. Кашель сухой, навязчивый, потому что поражена слизистая трахея. Может быть ларингит даже со спазмом. Вот. Что еще? Недомогание, боль в суставах, может быть боль в животе, головная очень сильная боль. То есть вот эти рвота может быть, даже судороги при высокой температуре могут быть. Поэтому это очень серьезное заболевание. Поэтому при первых же симптомах вы должны остаться дома или ребенка оставить дома и, конечно же, вызвать врача или семейного врача, или скорую, как вы там уже решите. Но врачом должен больной, особенно ребенок, должен осмотрен врачом. Вот. И дальше уже вы смотрите, как протекает заболевание. Назначается терапия, нужно все выполнять. Больше пить жидкости обязательно. Там, я не знаю, чай с лимоном, чай с лимоном, морсы, соки. Пожалуйста, как можно больше щелочное питье, боржоми, поляна квасова. Пить больше водички и молочно-растительная диета. И выполнять все назначения врача. Хочу сказать, что есть гипертоксические формы гриппа. Они очень опасны, особенно у детей до года, потому что возникает очень высокая температура, 40-41, и вирус поражает мышцу сердца, вызывает тяжелейший миокардит, воспаление мышцы сердца. Может быть также воспаление легких, это пневмония, с дальнейшим отеком, геморрагическим отек легких. Это очень тяжелые больные, и смертность очень высока. Плюс вызывает поражение мозга и мозговых оболочек, то есть энцефалит. И менингит может возникнуть. Смотрите, ускладывание схожее с складыванием кору. Да, в общем, да, параллель есть, да, корь тоже сейчас у нас прогрессирует, и в этом плане нужно быть очень настороженным быть, потому что поэтому высокая температура, скажем, при коре, там первый период катаральный, и очень сложно отличить. Они дуже схожі. Да, очень сложно отличить от гриппа, поэтому, конечно же, нужно обращаться к врачу при высокой температуре. При коре 4-5 дней будет тоже высокая лихорадка, будет конъюнктивит, будет боль в горле, будет кашель, вот, и сам тоже интоксикация очень сильная, слабость, вялость, но врачи знают, что нужно обязательно посмотреть слизистую рта, и вот напротив коренных зубов на слизистой щеке возникает пятна филатова куплика, это белые такие налеты, вот на это надо обращать внимание, и плюс характерные изменения в крови, то есть обязательно нужно сделать кровь и посмотреть, какие показать врачу, какие изменения в крови, чтобы отдифференцировать, и самый главный вопрос, привит больной от кори или нет, потому что не привитому ребенку сейчас не заболеть, просто нет шансов никаких, да, потому что сейчас корь приобрела массовый характер тоже, и болеет очень много, но бояться не нужно, обращаться к врачу нужно, и, конечно же, и тоже осложнение, пневмония может быть, ларингиты, отиты и, конечно же, энцефалиты, очень тяжелые. Прививка обязательно должна быть, вы знаете, в 12 месяцев дети должны быть привиты и в 6 лет. Если этого не произошло, если вы не привиты, надо немедленно прививаться. Всемирно... Навіть якщо 8-9 років, і конечно, так далі. Звісно, і взрослі, якщо ви не привиті, обов'язково привитися. Всемирна організація здравоохранения учить так, що потрібно одразу же прививатися, учитывая ситуацію, і вторую прививку можна зробити вже через місяць. Тобто в цьому, якщо ви зробили дві прививки, це вже шанс, що ви не заболієте взагалі, і якщо навіть заболієте, то в дуже легкій формі. І ніяких осложнений, да, совершенно верно, ніяких осложнений не буде. Це ребенок захищений. У нього є вже антитіла до цієї інфекції. Тому потрібно дуже... Я вам щиро дякую, ви так лаконічно, детально розповіли. І я висновив такий, що краще звернутися одразу до лікаря. Хай ми помилимося, хай це буде просто застуда, але ми будемо спокійні, що не буде ускладнення, ми не захворіли на грип. Я вам щиро дякую, Любов Качаліна, лікарка-інфекціоністка була цього в студії. Будьте здорові, бережіть себе, лікуйтеся. Дякую вам.